Домашний интернет от New Lime. От 250 рублей в месяц за 100 мегабит. Телефон на экране. Волонтеры из Ногинска организовали в соцсетях акцию оценки работы губернатора Андрея Воробьева. Любой житель Московской области мог оставить свой комментарий. Кроме того, волонтеры вышли и на улицы нашего города. Как они выявляли народное мнение, видела наша съемочная группа. Спасибо огромное за то, что вы поверили в нас и дали нам возможность для реализации наших идей. Наталья Муравьева – молодая мама. Еще будучи беременной, она поняла, что должна научить других женщин не прятаться дома за колясками и пеленками, а выходить всей семьей на праздники, радоваться жизни и обмениваться опытом с другими родителями. Так появилось движение «Мама офлайн», которое поддержал губернатор Андрей Воробьев. Более 2,5 лет назад в парке на Наташинских прудах мы лично познакомились с Андреем Юрьевичем, почувствовали вот это личное участие его в каждой проблеме, в каждой просьбе. И после этого, ну такое вот как под защитой, наверное, под крылом губернатора, вот это действительно про наше сообщество. Юноши и девушки со смартфонами в руках – активисты, которые решили узнать у местных жителей, как те оценивают работу губернатора. В сети интернет они организовали акцию. В коротких видеороликах люди могут поблагодарить Воробьева или обозначить проблемы, которые, по их мнению, еще есть в области. Добрый день, Андрей Юрьевич. Меня зовут Надежда. Я мама 3 детей. К счастью, мои все дети посещают детский сад, но я знаю, что у моих друзей и соседей существует проблема. Они не получают места в детские сады для детей ясельного возраста. Цель движения – собрать статистику по вопросам, которые больше всего волнуют жителей того или иного муниципалитета. Самые острые будут приняты в работу. Такая акция – еще один способ принять реальное участие в благоустройстве своего города. Если вы увидите волонтеров около вот таких плакатов, или к вам просто подойдут люди и спросят, каково это быть, каково это жить в Подмосковье, не бойтесь отвечать, не бойтесь говорить о том, что если у вас есть какие-то проблемы, не бойтесь благодарить. Мы создаем общественную картинку для того, чтобы понимать, что же конкретно сделано уже в Подмосковье, а на что конкретно нужно обратить внимание. Уже отснято более 2500 видеороликов. Найти их и принять участие во флешмобе можно до конца августа по хэштегу «Are you ready?». Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.